Открой сначала фото, потом перетяни текстуру на холст. Все материалы по ссылке в описании. Зажатой клавишей Alt увеличь ее по ширине. Если ты таким способом добавишь текстуру, то слой автоматически станет смарт-объектом. Если этого не произошло, то нажми правой кнопкой мыши на слой и преобразуй его в смарт-объект. Ctrl-J два раза, создай две копии слоя. Выдели самый нижний слой с гранж-текстурой и поменяй режим наложения на умножение. Затем двойным кликом по слою зайди в параметры наложения. Зажатой клавишей Alt раздели белый ползунок на подлежащем слое и выведи влево в самое крайнее положение. Выдели средний слой с гранж-текстурой и поменяй режим наложения на экран. Затем двойным кликом по слою зайди в параметры наложения. Зажатой клавишей Alt раздели черный ползунок на подлежащем слое и выведи вправо в самое крайнее положение. Выдели верхний слой с гранж-текстурой и нажми Ctrl-I, чтобы инвертировать изображение. Поменяй режим наложения на экран. Снизь непрозрачность до 25%. И Ctrl-T поверни и увеличь текстуру.